Всем привет! Сегодня у нас распаковка вот такого iPad 2022 год. Посмотрим, что есть в комплектации. Версия на Wi-Fi плюс Cellular. Это версия для сим-карты. Так, открываем. Снимаем пленочку. Достаем. Снимаем такую защитную бумагу. Вот оно, красивое яблоко. Вот такой серенький. Посмотрим также, что есть в комплектации. Две наклейки от Apple с логотипом яблока. Разные бумажки на всех языках мира. Дальше вот такая вот скрепка для установки сим-карты. Оригинальное зарядное устройство, причем здесь уже выход USB Type-C. Оригинальный кабель с выходом USB Type-C на Lightning. Вот такой iPad. Сейчас попробуем его включить. Посмотрим, что он работает. Нажимаем кнопочку сверху. Держим. Видим, появился логотип Apple. И он нас приветствует. Предлагает выбрать язык. Выбираем русский. Вот такой планшет можно приобрести в 2022 году. Стоимость планшета $560. В рублях это будет примерно 48 тысяч. На апрель 2022 года. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайк, подписываемся на канал. Всем удачи!